See, nothing's gonna keep us apart. My body gotta be where you are, you are. Ребята, всем доброе утро. Я с утра решила сделать себе маникюр. Часто в комментариях спрашиваете, как мы с Ликой удаляем гель-лак, старый гель-лак с ногтей. Вот при помощи вот такой вот машинки. Очень удобно. Вот такая вот насадка. Она по-другому как-то называется, фрезер. Ну, в общем, вот такая вот штучка. Очень быстро, удобно убирает весь гель-лак. Вот я уже начала, видите, убирать. И решила вам показать. Вспомнила, что часто в комментариях вы спрашиваете о том, как мы убираем. Вот решила показать. Так, в общем, сейчас буду заниматься маникюром. Кстати, гель-лак я убираю с помощью машинки ванной. Это очень удобно. Делаю сразу, допустим, вот здесь вот ванна, и все сразу, весь этот порошок все сыпется в ванну. Просто потом споласкиваю ванну, и очень удобно. Нигде не валяется вот этот вот порошок гель-лак. В общем, это мне так удобно. Я приловчилась именно в ванной этим заниматься. Так что продолжаю работать с ногтями. Я засекла время, сколько у меня займет времени, чтобы снять гель-лак машинкой. Заняло у меня чуть меньше 15 минут, то есть где-то 13 минут. Очень быстро, удобно. Итак, мне понадобится топ, база, и буду делать сегодня, ну, просто хочу сделать такой вот коралловый цвет. Может быть, не знаю, еще посмотрю по ходу, может быть, сделаю вот такие вот еще наклеечки, пандочки на один палец. Лампа, и погнали. Потеряла грамматические слова. Где ты его потеряла-то? Не знаю, причем три. За пятый, шестой и седьмой. За восьмой есть, за девятый есть. А за те три класса нет. Мы вот когда делали, наверное, ремонт на лоджии, вот, наверное, ты куда-то закинула. Я не думаю, что ты выкинула. Как ты считаешь? Не знаю. А как он выглядит? Тетрадка обычная? Обычная толстая? Тетрадка, обычная тетрадка, 48 листов. Одна-одна была или там несколько тетрадей? Три тетради было. Одна в одной или просто раз? Я что, помню. Почему-то я помню, какая-то была тетрадка с обложкой. В обложке что-то, ну, еще тетрадь была, не то? Ладно, пойду в подвал. Думаешь, там будет? Да. Ну что, Лик, поход твой в подвал. Успешен был или нет? Провал. И что ты будешь делать? В интернете нет. Куда что я могла деть? Да. Мы так перебирали все тщательно, и неужели ты ее выкинула? Что-то там уроков много задали вам? Нет, я уже почти все сделала. Письменные, да, в основном? Угу. Лика делает грамматический словарь, да, Лик? Угу. Ну-ка, покажи первую страничку. Угу. Это по какому? По русскому, да? Да. Вот это новый завела? Угу. Нормально. Ручка. Ну, у меня вот есть один с того года, но... С того года грамматический словарь. Но это с того года. А с тех трех получается, нет. Он тебе прям очень нужен? Да. Это у тебя черная ручка или синяя? Вот это вот. Синяя. А это черная, да, ты пишешь? Угу. Ай, какая прелесть. Мне так нравится на ручках вот такие вот мягенькие пушистые брелочки. Я прям вообще тащусь. Пончик. Вообще я очень люблю вот такую интересную канцелярию. Не скучную, скажем так. Прям иногда люблю смотреть Ликину канцелярию, что у нее в пенале. Прикольненького. Маникюр мой готов. Я сделала такой вот коралловый цвет и сделала пандочку. По-моему, очень миленько, прикольно получилось. Сейчас мы идем обедать и едем в Мегу. У нас такая хорошая синяя погода. Лика, да, сделала все уроки. Очень быстро сделала уроки. Ну, а что, мы все письменно задали, а письменно все задали. Лика говорит, как классно, когда все уроки уже сделаны. В общем, и мало задали, и все письменно было. И мы рано освободились, то есть Лика рано освободилась. В общем, хорошая погода. Мы решили выехать в Мегу. У меня теперь солнце. Миланка взяла кошечку Марию. Заехали на заправку. Лика сегодня... Лика сегодня... Привет, привет, Мария. Миланка кошечку Марии. Лика сегодня одела новый пиджак, который получили недавно. Тебе нравится? Еще не поняла. Еще не поняла.
допустим, ковре. Вообще он нарушает правила. Папа! Я тоже так все время нарушаю правила, когда еду на работу. Мы едем в пробочке. Тени в окнах, звуки ветра, и на сердце никакой тревоги. Что ты прыгаешь? Ой, а что это? Я поломала. Ты поломала? Да. Пойдем, пойдем. Ли, куда мы идем? Туда. Может, туда? Туда и туда. Ну, туда. Миланка, туда. Куда мы идем? Пойдемте прямо. Ну, пойдем. Пойдем, Милаш. В какой зайдем магазин, в какой не зайдем. Мохито первое попадает сюда. Что-то мне в последнее время мохито тоже не нравится. Мне раньше нравилось. Милаш, ты где? Что тебе нравилось? Раньше очень нравилось мохито, а что-то в последнее время... Это просто коллекция, не фонтан. У Лики главный вопрос. Ну да, коллекция, видно, не очень, и мне это не понравилось. А у Лики вопрос, мы кушать будем? А вы что, уже кушать? Будем, конечно. Я-то нет, а вот она. Будем. Я всегда готова. А хочешь макарон? Смотри, какие красивые. Розовенький тебе под пиджачок. Идем? Смотрите, какие тут красивые наборы. Красивые очень, да, макароны? В осень я тоже не хочу. Ой. И манго тоже. Короче, все, поехали домой. В Меге сегодня вообще нет людей. Такая пустота, да, тишина. Ага. И вот что мне не нравится, когда заходишь, когда мало людей, заходишь в магазин, продавцы просто тебя атакуют, нападают, можно сказать. Да. Со всех сторон выбегают отовсюду. И начинают что-то предлагать, что-то втирать. Пойдемся. Сюда? Да, что там где? Ну, папа зашел. Посуду посмотреть. А я не люблю, когда в магазин забегаю, когда в магазин заходишь и просто на тебя нападают. Я хочу, Фейди. У нас есть. Я хочу покушать. Серебряная, наверное. Угу. Потому что знаешь, сколько стоит у нас? 2000. Надо какой-нибудь зелененький напиток, чтобы кактус был. Лика смотрит баночки. Пойдем, я тебе покажу чугунный чайник. Понравился? Нет, слишком тяжело. Руку накачаешь, когда будешь наливать. Очень много красивой посуды разной. Прям бы все купила. Только все куда это ставить. Милаш, ну-ка дай. Мне кажется, нормально такой. Не хотим мерить. Очень понравился такой комбинезончик. Да, но это все мягкое. А это еще такая вот футболочка. Прикольная? Угу. Такая переливается, сердечко такое. Красивое. Да. Держи, Лика. Yeah.
Ой, какая красота, Милаш, да? Мама, я тебя умоляю, купи мне такую подушечку. Мама, я тебя умоляю, а зачем тебе такие подушечки? Не в такую, в такую. Ой, нет, смотри, вот это все крошится, Милан, все осыпаться будет. Нет. А что такое, мама? А вот, смотри, Милаш. Заморозок. Нет, вот такое, мама. Такое? А их тут два. Ничего себе. Ну как, Милаш? Ой-ой-ой, все сыпется аккуратно. Сумочки мягенькие, пушистые. Олик, смотри, пиджачки похожи, да, как у тебя? Ну, не совсем похожи. Ну, что-то такого. Типа, да. Кто-то мне поломал. Зашли в магазин, мы как-то были безлики, и мне понравились очень вот такие вот ботиночки. Это натуральная кожа. Кстати, на них сейчас хорошая скидка 50%. Сколько они стоят? Не помню. Сейчас скажу. Смотрите. Раньше они стоили почти что 7 тысяч, сейчас 3 500. Вот натуральная кожа. Вот, натуральная кожа. Очень красивый цвет. Но что-то Лика забраковала. Мне прям вообще не так понравились. Такие, мне кажется, моднявые, будут очень удобные. Но Лика не хочет на такой прямой подошве. Ей вроде бы понравились вот такие вот, но вот эти вот стразы, ну и Лика говорит, и мне кажется, честно сказать, тоже все поотваливается. Хотя это тоже кожа, примерно такая же цена. Но я вот именно вот от этих тащила. Я сейчас привела в магазин показать, но что-то она даже не захотела их примерить. А мне вообще прям они нравятся, прям такие кайфовые. Может, померишь, Лика? Вот это не помню, как будто вот это сюда. Вот такие вот еще смотрим. Здесь побольше каблук. Видите? Здесь побольше каблук. Да. Мне вот эти больше понравились. Тоже кожаные. Ну как тебе, Лик? Чуть померим. А вот смотри, вот такие же. Милашка. Такие же. Ну, примерно, из той же оперы, только вот здесь все по-другому. Молнии как бы, да, а так. Окей, один я посмотрю. Что это на тебе, как? Ну что? Примерим? А ты размер подошли. Какой ты? 38. Ну, Вики, наверное, такого плана нет, да? Нет. Мне понравилось. 30. Вот эти вот 38. Попроси вот 38. Милашка, Милашка там тоже типа что-то мерит. Да, Милаш? Давай. Вот а где 38? Да, 38 надо. Такие. Ну как? Не вот такой. Не широкие они тебе? Не пойму, вот, а? Ну тебе в них удобно? Это который пониже, да, каблучок? Сейчас да, чуть повыше. Пониже. Мне больше нравится повыше. Милашка, аккуратно. Ну так пройдись, как удобно? Нет? И красиво на ноге. Твердый, да? Вот здесь. Это после сейчас после басовожи, после кеда. Олик, подвинь кеды свои. Вот здесь вот все как-то вот все, не знаю. Не так. Вы сейчас померишь. Но вообще они как бы сотвердый кед, да, все такое мягкое, а здесь как бы. Ну, не знаю. Хотя тоже, я говорю, мягкая вроде кожа. Ну вот сама вот колодка, наверное, да, она твердая как бы, да. Сейчас померим другие, другую модельку. Давай вот эти примерим. Вот эти вот, мне кажется, вообще круче смотрятся. Вот эти круче смотрятся, которые вторые Лика сейчас мерит. Ну-ка повернись с другой стороны. Да. Подушка, видишь, больше такая. Такая прям вообще, ну классно. Как тебе, Лика? Они удобнее. Они удобнее? Шире, вот здесь шире. Ну-ка пройдись. Второй такой.
Ну-ка, пройди. Ну, она сейчас сразу вот так провалила. Ну, нет, однозначно, которые повыше лика прикольнее. Смотри. Да, можно второй? Повыше. А, ну, я не пришла. Но они тебе небольшие, ничего. Нет. Удобнее в них? Да, мне удобнее. Вот здесь прям в пятке, вот здесь вот сжимают. Да, ведь, да, сжимают. Ну? По-моему, крутят. Мне не нравится впереди вот, вот здесь вот в этом месте. Вот оно все собирается вот там. А ну-ка. А, кстати, да, вот немножко. Ну, я не знаю, тебе удобно или что-то как? Когда так впереди... Ну, модель вот, классная, Лик. Вот такого плана надо тебе ботинки искать. Мы решили еще ботинки. Вспомнили, что у Лики еще ботинок нет. Такая это же одна аналогичная смысл. Вот, по-другому вот. Они вообще точно такие, просто это... Вот здесь даже выше будет, мне кажется, и неудобно будет. Смотрим зимние сапоги, но зимних сапог еще не очень. Но они прикольные вот эти. И мы вспомнили... Но они собираются, видишь, они будут помяты, ну, да. Не знаю, ну давай будем дальше смотреть, ну, смотри, да. Что еще есть. Но мне вот эти прям на как на тебе прям очень понравилось. Ты не хотела вот такой каблук, а мне прям вообще в восторге от них. Не, я уже хочу такой каблук. Ну все, класс, давай дальше смотреть. Ну да, вот здесь будут помяты, да. Да, здесь будут помяты. Да, сгинается и вот. Ладно, переодевайся, переобувайся. Милаш, не надо, они тебе огромные. Дочь, они тебе огромные. Это я Лике показала, такие вот ботиночки. Лике говорю, не хочешь такие зеленые красивые? Она говорит, не. Ну это да, подо что ты их. Милаш, они тебе большие, это Ликин размер, солнышко. Милана все хочет, все яркое, все такое необычное. Так, спродеваривались, мы решили не заходить. Надо же померить, перемерить еще штук 5. Но они пойдет относительно, да, я согласен. Но по-любому могут по-разному мотить. Мама, ну, давайте посмотрим, не будем иметь. Я в красной, да, блузочке, ты в красной мсетерочке, да? Алика в блузанке. Как так Лика мимо продевается? Лике в последнее время не нравится продевается. Хотя мы тебе там покупали и пальто, и рюкзак. Ну, там есть такие вещи, но в основном мне не нравятся. Вот, сейчас вот сюда пойдем. Обувь, да, посмотрим? Да. Смотрите, какой рюкзачок. Лика ходит, смотрит ботинки, но пока здесь ей ничего не понравилось. Какой маленький, симпатичный, да, такой рюкзачок, да? Угу. Красивый. Еще такой же вот в бежевом цвете есть. Мы сели перекусить. Да, покажу, что мы взяли. А папа пошел за коктейлями? За коктейлями, Милан и Ходовский. Милан, иди сюда, солнышко. Миланка загляделась на... Каток. Да. Значит, смотрите, что мы взяли. Вот такой вот картофель эксель запеченный. И здесь салат разный. Салат, это, по-моему... Копченая курица. Это столичный. А это курица. Куриный, да. Я буду столичный, папа. Вот это Талика куриный, да. И еще коктейль и Миланки гамбургер, да, что ли? Да. Что-то такого плана. Да. Мы уже пришли домой, Лика смотрит. Голодные игры, Сойка пересмешница, часть 2. Вот, что смотрит Лика. Так, я вам сейчас быстренько покажу, что мы купили. Смотрите, в детском мире мы купили вот такие вот для творчества, в общем. Майка здесь, маркеры, которые смываются.
взяли губка Боб, и взяли здесь на 6 лет побольше, и взяли на 4 года, она была одна, но я достала, посмотрела, на 4 года хорошо Милане, как бы они такие даже немножко большие мерки, пусть будет одна на вырост, одна вот сейчас как раз будет в ней бегать и дома, и в принципе в садик вот она ходит, в садике у них тепло, поэтому в маечках в основном она ходит. Тоже здесь маркер, но они аналогичны. Что самое интересное, что эти футболки можно несколько раз как бы раскрашивать, если что-то не получилось, капнуть водичкой, ну, вытереть, и в принципе можно заново нанести рисунок. Или можно, допустим, постоянно менять маркеры, раскрашивать цвета, я имею в виду, постирать, и рисунок как бы смоется. Это мы будем такие маечки раскрашивать на Миланном канале скоро, как бы челлендж такой сделаем с девчонками. Также взяли Милане вот такую вот футболочку, смотрите, какое тут красивое блестящее сердце. Вообще она такая бомба майка, красивая такая, прям мне очень нравится. Короче, мы сегодня походу ли когда взяли только все Милане, да? Mm-hmm. Вот такой вот комбинезон в горошек белый, ну, джинсовый такой комбинезон. Ты что, купили, да? Да, Милаш, такой красивый, вот с шортиками. Я говорю, вот эту кофточку. А, кофточку, да, Милаш, и кофточку мы взяли. Красивое, да, такое сердечко блестящее. Такой вот он сзади кармашки здесь. Вот. В общем, симпатичненький комбезик. Ой. Тебе нравится, Милаш? Ну и, в принципе, ну там продукты по мелочи взяли. В принципе, вот и все, что мы сегодня взяли. Это не показала. Лика плачет, Лико. Что там такое? Ликуля. Нельзя такие смотреть на ночь фильмы. Ладно, ребята, на этом наш влог с ним заканчивается. Я пойду готовить ужин. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Всем пока-пока! Пока!